бездействуют. Мы устали платить ипотеку за воздух. Мы устали платить ипотеку за воздух. Мы устали платить ипотеку за воздух. Власти, услышьте нас, мы устали. В феврале 2018 года была введена процедура банкротства в отношении нашего застройщика. В ноябре 2018 года застройщик признан банкротом. Введена процедура конкурсного производства. Напомню, всего от действий, точнее бездействий недобросовестного застройщика «Речелстрой» пострадало более 1500 не просто дольщиков, а семей. И большая часть пострадавших семей до сих пор не имеет возможность жить в своих квартирах, потому что их попросту не существует. Проще говоря, застройщику-спасителю, в нашем случае это Западный Луч, правительство области должно выделить участок земли по стоимости, соизмеримой со стоимостью достройки наших домов. И таким образом дефицит финансирования строительства оставшихся домов будет перекрыт. Поправки к закону приняты полгода назад. Все это время представители инициативной группы дольщиков совместно с представителями Западного Луча и Министерства строительства ведут диалог по поводу выделения участка земли для достройки микрорайона Чурилова Лейк-Сити. Западный Луч готов принять на себя обязательства по достройке домов в случае получения участка земли от области. Однако уже полгода исполнительная власть Челябинской области не может принять какое-либо решение в отношении компенсационных земель, ссылаясь на отсутствие федерального порядка выделения таких земель. Грубо говоря, инструмент дали, а инструкцию, как им пользоваться, нет. Пора исполнять законы, губернатор! Пора исполнять законы! Губернатор, пора!